по горке кататься. Но горка уже черная, точно. Горка какая черная? Они, в принципе, должны были просто здесь посадить деревья, облагородить место старого шахтового поля. Вместо этого у нас появился вот такой вот угольный разрез в центре города. Мы хотим узнать, на каком основании эта погрузка портит жизнь жителям города Киселевска. Людей ставят в такую ситуацию. Либо оставайся, умирай здесь, в этой угольной пыли. Либо бросай все и беги куда хочешь. А куда ехать, как ехать? Если у нас все, что было, мы вложили уже сюда. Неужели, добывая вот эти триллионы долларов из-под земли, вы не можете найти средства, чтобы переселить людей? Или это уже как бизнес, да, на грани геноцида?